Ну давайте, эволюция моржа. Ребята, эволюция моржа, это просто звездец. Все-таки 10-километровое яйцо, что там? Ну, пожалуйста, ну что-то интересное. Ну, чего нету у нас? Электробас. Ребята, только что появился, вот он стоит, ребята, новый. Ребята, вот этот покемон, ребята. Офигеть, держи камеру. Офигеть, босс стоит. О, босс стоит. Снова, ребята, мы выращиваем яйцо. И что у нас в этот раз? Я не помню, сколько это километров. Сейчас мы поймем, потому что вылупилось. Это, по-моему, за 5 километров, ребята. Это за 5 километров наш моржик, которого мы тоже можем эволюционировать, ребята. И, скорее всего, мы его сейчас сделаем. Скорее всего, мы сейчас сделаем эволюцию еще и моржа, ребята. Сегодня выпуск просто будет звездец. Просто космос. Выпало еще одно яйцо, ребята. Давайте посмотрим. Сколько нам еще? Давайте посадим свое яйцо. Яйцо на 5 километров. 10-километровое выпадет очень скоро, ребята. Уже 700-400 метров. И скоро еще будет одно на 5 километров. Заходим и смотрим по нашему... Так, где он у нас? Где наш морж? Находим моржа. Что-то появилось. Нет, не будем этого забирать. Ищем моржа. Где-то он здесь должен быть. Вот он, я его увидел. Да, 624, ребята. Ну давайте, эволюция моржа. Ребята, эволюция моржа. Это просто звездец. Сколько сегодня покемонов? Это просто космос. Итак, эволюционируем. И, в общем, получаем вот такого тюленя. Круто. Ребята, это новый покемон, который у нас появился. Его раньше у нас еще не было. И регистрация в Покедексе. Офигеть, что это? Напишите название, как он правильно читается. Девгонд. Напишите название, я не могу правильно прочитать. Я жду от вас, как правильно все-таки его назвать. Напишите мне в комментариях, какое его правильное имя. Ребята, ну снова инкубация яйца. Просто одни яйца, ребята, одни яйца. Я не помню, сколько это километров, правда, потому что их так много. Это у нас что? Это, по-моему, у нас 2 или 5-километровая. 10-километровая очень скоро. Очень скоро будет 10 километров. Мы можем, конечно, увеличить этого краба. И мы это сделаем, ребята. Мы сделаем еще одну эволюцию краба. У нас будет 2 краба. Нахрен, оно готово. Оно может. Давайте. Увеличиваем нашего крабика. Он должен быть сильнее, чем у нас был предыдущий. И бач. Ай, какой красавчик. Злой такой. Отлично. Что он имеет? Сколько у него по комбат пауэру? В 1000. Нормально. На самом деле нормально, очень немало. Пойдет. Разница, так что, ребята, смотрим, сколько нам еще ждать 10-километровое яйцо. 200 метров, ребята, 200 метров мы вылуплим его. Оно следующее, все, следующее яйцо это 10 километров, ребята. Смотрим по этому нашему крабику. Да, он намного сильнее, на 300 почти сильнее, чем у нас был, ребята. Почти что на 300, чем был. Ну, это достойно. Это реально очень достойно. Ребят, пока мы вышли с маршрутки, появился одиш. Одиш, черт побери. Давайте его покормим. И держи. И все-таки попытаемся его словить красным покеболом. Я надеюсь, что все-таки его красный покебол словит. Смотрим. 1, 2, 3. Ребята, одиш у нас. Одиш у нас на 500 чем-то. Отлично. Сейчас будем дальше добираться до нашей точки. Вон стоит наш троллейбус, и нам нужно именно на него. Все-таки 10-километровое яйцо. Что там? Ну, пожалуйста, ну что-то интересное. Ну, чего нет у нас? Электробас. Ну, в общем-то, неплохо. Слушайте, у нас его не было. Это электробазик. И я думаю, что все-таки круто. 1178, ребята, очень даже круто. Давайте его поворотнем. Поворот электробаза. 1200. Что самое крутое, что на него создаются конфеты. Еще раз электробаза. Ай, красавчик. Он хорошо валит водяных покемонов, ребята. Наш электробаз. Сколько у него по урону? 6, 5, 65. Ну так себе. А поворот. У него очень хорошая комбо, я смотрю. Он очень хорошо делает комбо, когда у него забито полностью. Снова поворот. Сейчас мы его на максимум выкачаем, ребята. Сейчас он будет максимально выкачанным. 1326. Есть, все, ребята. Это максимальный уровень, пока что допустимый для нас. Электробас 10-километрового яйца. Супер. Просто супер. Ребята, последний наш, последний гэсли, которого нужно словить. Я на него трачу ультрабол сразу, чтобы его словить. И мы сейчас сделаем эволюцию. Раз. Ультрабол. Давай, работай. Ребята, гэсли. 404. Раз, два,
кормим еще раз. Нора очень мощная, ребята, очень мощные гесты. Очень мощные гесты. Кидаем. Давай, ловись. Ребят, все-таки мы его словили. Ребята, мы его словили, сейчас будем делать ему эволюцию. Он у нас уже был. Это будет 431, ребята. Поехали, эволюция. Да, из него мы делаем вторую эволюцию, которая у нас была один раз и очень слабенький, но сейчас будет уже нормальный. Ребята, превращаем его. Отлично, делаем вот такую вот пенюшку. А сейчас из него мы сделаем третью эволюцию, теперь только мощную, не ту, которую мы словили в предыдущие разы, когда у нас был слабенький. А из этого сделаем, опа, нормально. Это был Хантер, а сейчас будет, ребята, последняя его эволюция очень сильного покемона. Просто, это звездец. Ребята, это все на ваших глазах. Мы идем в тралике, и его сейчас эволюционировали себе этого покемона. Супер. Вот это я понимаю. Вот это монстр. Точно, больше 1000. 100 пудов больше 1000. А он у нас на сколько? 1143, ребята. 1143. Посмотри, никто не появился. Офигеть. И, ребята, еще яйцо вылупливается, просто еще яичко вылупливается. Помню, на 2 или на 5 километров, сейчас проверим. Это кто у нас? Это на 2 километра. Ну ничего, ничего. 352, окей. А, Дроузи, ну тут уже больше такие мелочи. Круто. Ребята, это реально очень круто. Просто мы эволюционировали нормального покемона. Не то, что мы словили тогда на покеболы сейчас. А появился. Не то, что мы тогда словили с 200 с чем-то комбат пауэра, а тут уже 1100 с чем-то комбат пауэра, и это реально круто. Есть, мы словили, ребята, Дроузи. В общем-то, вот такие вот у нас дела. И снова вылупливается наше яйцо с инкубатора, ребята, смотрим. И это что? И... и у нас он есть, это парас. Ну, наверное, только более мощный парас, да, на 504. Ну, в общем-то, окей, оставим его пока что. Пусть у нас пока что будет. Возможно, мы потом еще одного эволюционируем. И потом посадим на какой-то из гимов. Ребята, появилась у нас еще одна змея. Мы вылупили еще одну змейку. Но здесь где-то есть, ребята, еще один покемон, которого у нас просто нету. Я понятия не имею, где он. То есть он где-то близко. Где-то близко. Ну, а где точно, непонятно. Ну, наверное, где-то не здесь. Наверное, не сегодня мы его все-таки словим, потому что я не понятия не имею, где мы. Какой-то новый покемон, которого у меня нету. А, вот это вот хрень. Одни только ротаты появляются. Только ротаты, но его у нас нету появления. Но я думаю, что все-таки мы его успеем когда-то словить. Я уверен, что придет время, когда все-таки он тоже окажется именно у нас. И вот, ребята, мы достигли 22 левела. 22 левел у нас в руках. Есть. Все-таки 22 левел. Что нам дали интересно? Давайте посмотрим. А, нам дали немножко яиц, вижу. И, в общем-то, наверное, Джерри Берри давали. Но какого-то особого наплыва я не вижу. Скорее всего, дали просто какие-то покеболы и так далее. Но уже 22 левел, ребята. 22 левел. Круто, ребят. Ну просто мы с вами растем, как боги. Мы уже проехали, ребята, 116 километров мы уже прошли и где-то что-то проехали. Это очень немаленький результат. И я думаю, что дальше будем с вами только расти и расти. Мне просто нет слов от того, как вообще интересно мы с вами. Потому что мы играем вместе с вами, вы мне много чего пишете, много чего рассказываете. Учите правильно называть покемонов, за это вам спасибо большое. Потому что я стараюсь как-то их изучать, но временами бывает не знаю, как правильно их назвать. А вот вы, спасибо большое, пишите в комментариях, я всегда их читаю. Помогайте правильно называть покемонов, и мы вместе с вами развиваемся. Ребята, инкубаторы заканчиваются просто с неимоверной скоростью. Я просто не успеваю ставить инкубаторы, как они просто-напросто заканчиваются. Снова сейчас придется его покупать, потому что их у меня уже нету. Заходим в шоп и выбираем наши инкубаторы. Вот они. Закупаем один, второй, третий. Давайте три инкубатора закупим. Хватит пока что три. Заходим и садим своего еще одного покемончика. Выбираем. Старт инкубатор. Посадить. Есть, ребята. Еще одно 5-километровое яйцо сидит в инкубаторе. И также мы с вами все ждем, что же там все-таки вылупится. Ребята, мы сейчас в поисках вот этого вот покемона. Только что, вроде мы случайно где-то я его заметил. Я не понял, где только.
Где-то, ребята, он здесь. Ребята, только что появился, вот он стоит, ребята, новый. Ребята, вот этот покемон, ребята. Офигеть, держи камеру. Ребята, просто пиздец, мы вышли с троллейбуса. И он стоит. Он стоит на 1061. Я сразу его кормлю. Сразу кормлю его. Я беру сразу ультрабол. Красный, блин, он очень мощный. Пожалуйста, только не убеги. Только не убеги. Раз. Два. Не убегай. Сразу кормлю тебя. Сразу даю тебе только ультраболы. Только грит. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Я мало чего просил. Пожалуйста. Два. Ну. Нет, не убегай. Я тебя снова кормлю. Ребята, это жесть. Я снова его кормлю. Тихо. Ладно. Спокойно, ребята. Главное не нервничать. Опа. Так, снова ультрабол. Ультраболов хватает, пожалуйста. Словись. Вылез. Не убегает пока. Кормим сколько можем. Кормим. Кидаем. Ага. Спокойно, ребята. Кидаю. Есть, пожалуйста. Давай. Один. Два. Не убегай. Я тебя кормлю. Я понимаю, что ты очень редкий. Я это прекрасно понимаю. Ну, пожалуйста, словись на ультрабол. Пожалуйста. Раз. Два. Черт, не убегай. Блин, я не знаю, что сказать, ребята. Я просто не знаю. Я просто молюсь, чтобы он не пропал. Я ему кидаю по самое не хочу. Спокойно. Ай, давай. Пожалуйста. Я уже не знаю, что тебе еще говорить. Раз. Два. Не убегай. Стой здесь, я тебя кормлю. Я уже не знаю, сколько тебя можно кормить. Ты уже жрешь столько, сука, я не жру. Давай, пожалуйста. У меня нету много ультраболов. Раз. Зараза, он не ловится. Я не могу его словить. Черт. Раз, грит, ну словись, я уже тебя кормлю максимальными покемонами, всем, чем только можно. Он не хочет залазить, ребята. Я просто не знаю, что мне делать. Маленькие кольцо кинь. Ай, блин. Черт побери, осталось 5 покеболов. Он не может словиться, блин, ребята. Это тот случай, когда мы не можем его просто взять. Раз, два, три. Ребята, это ёперный театр, блядь. Офигеть, бластоид. Ого, блин. Офигеть. Это космос. Ребята, это просто космос. Ребят, я считаю, что нужно заканчивать выпуск. У меня просто нет слов. Блин, ребята, поставьте лайк. Пожалуйста, мне будет очень приятно. Прокомментируйте, ребята, бластоид, я просто в шоке. Мы его реально кормили. Сколько времени? Я его, блин, всем, чем можно, только ловил. Ребята, и мы его словили. Бластоид, третья эволюция. Офигеть, ребята. Просто третья эволюция. Меня переполняют эмоции. Игра просто дает такой адреналин, что просто жесть, ребята. Бластоид, сегодня день просто нереальный. Я в этом убеждаюсь. Началось все, ребята. Блин, с таких покемонов его закончить вот таким, это для меня просто шок, ребята. Это просто шок. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Дальше, наверное, будет еще круче. Ставьте комментарии, ставьте лайки. Это был Андрей Чент. Всем пока.